Пишешь? Ну что, как? Пробую. Это не передать словами. А запах... Чем пахнет? Семечкой. Настоящей. В магазине такое не купишь. Вкуснятина. А это мы уже испробовали из грецкого ореха. Ну и как? Вообще просто. Ой. Это лекарство. Это, я не знаю даже, как это назвать. Это прям настоящее лекарство. Нежное. Так. Толик, что и будешь, Галя, спасибо. Что будешь с ним делать? Буду в салаты. В салаты буду добавлять. Вот это точно в салаты, а в это надо подумать. Или будем как лекарство принимать? Не знаю, надо подумать. Очень вкусно. Спасибо. Ой, благодарю. Хватит снимать-то.